Чем сегодня музеи привлекают посетителей? Ответ на этот вопрос искали участники круглого стола, который провели в Самарском доме журналиста. Эксперты обсудили современные тенденции, запросы публики и готовность самарских музеев их удовлетворить. Встречу приурочили к Международному дню музеев, который традиционно отмечается 18 мая. Это очень замечательно встречаться с коллегами, особенно в преддверии такого праздника. Поделялись очень интересными планами, надеждами, новыми какими-то опциями. В последние годы идет заметный рост посещаемости музеев, рассказывают работники учреждений. И работать по прежним шаблонам становится невозможно. В режиме здоровой конкуренции приходится находить способы привлечения именно своего посетителя именно в свой музей. Это технологии, которые используют постепенно все друг у друга учатся, подсматривают программы. И это такая здоровая, да, такая почти спортивная, да, конкуренция, которая только на пользу идет самарским жителям. Подготовка к акции «Ночь музеев» тоже стала темой обсуждения. Участники приоткрыли завесу тайны и рассказали о своих планах и способах привлечения своего зрителя. Самарский музей «Заварка» в этом году первый раз участвует в акции. Это новое арт-пространство, которое открылось только в декабре прошлого года, но уже завоевало любовь самарцев. Впереди у нас музейная ночь, в которой как раз все музеи всегда пытаются не только вот быть массовиками-затейниками, но подчеркнуть какую-то память места. А память места – это и есть вот это ощущение идентичности от какого-то события, например, которое было 100 лет назад. Да, в этом году, тем более, «Ночь музеев», она посвящена истории, историям. В этом году акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране 20 мая. Галина Топилина, Петр Паламеев, «События».